Уважаемые земляки, вы смотрите совместный проект радиостанции «Говорит Москва» на Тверской частоте 95.5 FM и телекомпании «Тверской проспект Регион». Сегодня в этой студии для вас работаю я, Ирина Чекунова. Совсем недавно, вот буквально полчаса назад, в нашем городе прошла пресс-конференция и презентация по поводу издания книги американского профессора Гровера Фэра «Катынский расстрел». Книга американского исследователя имеет непосредственное отношение к нашей Тверской земле. На издание книги свои деньги пожертвовали десятки наших земляков, и не только наших земляков, это были люди из различных регионов нашей страны и даже из-за рубежа. И еще, прежде чем представить наших гостей, скажу, что уникальность этой книги состоит в том, что она написана по материалам, которые были недоступны нашим российским исследователям. Итак, именно об этом наш сегодняшний разговор. А сейчас представляю наших гостей. Уважаемые друзья, основная версия, вернее, разгром официальной версии у американского профессора Гровера Фэри, да, который мы обсуждаем сегодня, то, что в 2011-2012 годах, да, на территории Владимира Волынского были произведены раскопки и обнаружена очень интересная находка. Вот для тех, кто не знает, обнаружено два жетона, которые принадлежали польским полицейским Йозефу Кулиговскому и Людвигу Маловейскому. Так эти имена Кулиговского и Маловейского начертаны, мы можем прочитать, на мемориальном комплексе «Медное». В металле они выбиты. А их жетоны за сотни километров от «Медного» во Владимиро-Волынском. Вы знаете, в этом году, в сентябре, когда к нам приезжают польские делегации на Медновский мемориал, я обратилась к одному из членов польской делегации, родственник у него там похоронен, его близкий родственник. И я спросила, а как же так? Как быть с этой несостыковкой? И человек, буквально не моргнув глазом, возможно, он ожидал уже такого ответа, он сказал, вы знаете, а вы посмотрите фильм Анджея Вайды «Катынь», или как правильно называется, «Катынь», да? Вы посмотрите, это же традиция польских офицеров, польских полицейских обмениваться жетонами. Так вышло и здесь. Они отдали свои жетоны, те с этими жетонами, эти с этими жетонами, ну, эти лежат, да, здесь, те лежат там. Что мы можем сказать? Жетон полицейского или, скажем, жетон военнослужащего, это удостоверение личности. Обменяться жетонами — это все равно, что обменяться паспортами. Или, скажем, можете ли вы представить себе, чтобы выпускники школы обменялись аттестатами? Эта версия, сочиненная тем, кто воспринимает жетон просто как украшение и совершенно не представляет себе, для чего эти жетоны служат. То есть понятно, что человек, придумавший такое, не имел ни малейшего отношения ни к полиции, ни к армии, ни вообще к чему-нибудь официальному. Вайда, как кинорежиссер, наделенный большой фантазией, мог придумать что угодно, в том числе и такое. Но к жизни эта фантазия никакого отношения не имеет. Это не футбольный матч, где потом... Кстати, если мы говорим, что, может быть, для кого-то будет толчком первым, да, вот эта вот книга, где ее можно достать, каков тираж, и где ее можно прочитать? Потому что она читается очень легко, она небольшая, и здесь на самом деле интересно. А потом отсюда уже дальше и дальше, как, да, говорил Анатолий Александрович. Сделать первый шаг. Катынь, Медное, вот все это поляки считают одним, как бы, проблемой одной. А в книге особое внимание уделено вот этим вот фамилиям Кулиговский, Маловецкий, их жетонам, которые на Медновском мемориале,
И в том числе сейчас найдены в Владимире Волынском новые жетоны, вот уже с другими номерами. И хотелось бы узнать, чьи эти жетоны, но эту информацию может дать только польская сторона. И информации до сих пор нет по этим жетонам, кто эти люди. И Гровер Фер высказывает в своей книге предположение, что они эти ли же фамилии, выбитые у нас на мемориале Медным, чьи жетоны новые найдены сейчас во Владимире Волынском. Прямая связь. И судьбы польских военнопленных из Осташковского лагеря. Они были обнаружены при раскопках захоронений во Владимире Волынском, городище, на территории которого с 1939 по 1941 год находилась тюрьма НКВД. Там были обнаружены два полицейских знака польских по номерам, которые на этих знаках имеются. Было установлено, что один из них принадлежит Юзефу Кулиговскому, а второй Людвику Маловейскому. И эти же два полицейских значатся на тех самых списках предписаний НКВД об отправке из Осташковского лагеря в Калинин. А как мы знаем, сейчас я об этом еще чуть подробнее скажу, эти списки предписаний означают, что люди, значащие в этих списках, были расстреляны в Калинине и захоронены в Медном. Я хочу предложить вот эти вот междусобойчики, когда они не дают людям сказать, я предлагаю общую дискуссию. Вот есть представители одной версии, как бы, да, есть другой. Все, я хочу... Организуйте, проводите. Я приглашаю вас на чужой монастырь, да, идеологическую дуэль. Все. Но вы не приходите, вы боитесь. Да, 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 все. Вы такой хороший. Пожалуйста, скандалить. Боже ты мой. По поводу вас, Максим, существует... Все заскоинено, нотариально заверено. Я не знаю, вы на что нарываетесь, на судебный иск, что ли? Мы докажем, что вы делаете. Что вы докажете? Все, ничего нет. Все, успокойтесь. Надо будет, мы встретимся в суде. Вопрос. Да, ради бога. Зачем же вы проводите мероприятие? Боитесь острых моментов. Вопрос я поясню, вопрос не об острых моментах. Вопрос не об острых моментах, а о том, что человек высказывает то, что подпадает под уголовное преступление. Это не научное мероприятие. Вопрос от человека, который... Назаров Валентин. Это не конференция. Включен микрофон, говорите ближе к микрофону. Назаров Олег Геннадьевич, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба «Мне Россия сегодня». Мой вопрос вызван сегодняшней дискуссией и выступлением некоторых докладчиков. Были упомянуты мемориальные таблички, в том числе мемориальные таблички Кулиговского и Мазовецкого. Маловейского. А жетоны тут не таблички? Нет, есть же и таблички мемориальные, которые... Да, да, да. Жетоны-то были найдены на Украине, да. А таблички висят здесь. Почему? Так, вот я и задаю, почему это висят. Господин Гурьянов желает еще раз очень только коротко. Не надо подробно. Есть там, я там. Видите, в одном месте. Значит, я повторю, что наличие, это не есть жетон-бессмертник, воинский опознавательный знак, который носился всегда на шее. Это служебная бляха. Значит, мы имеем множество случаев, когда эти служебные бляхи обнаруживаются отдельно от останков, в том числе останков идентифицированных. Так? Вот этот случай Кулиговского и Маловейского, это один из таких случаев. Я, объяснил, я дал возможное объяснение, как это получилось, почему с подтверждением не того, больше. Что Маловейский был взят в плен во Владимире Волынском и оттуда был отправлен в Шепетовку из Шепетовского госпиталя в Осташков, а его жетон остался в этой тюрьме, во Владимир-Волынской тюрьме. Вот как получилось, что жетон был обнаружен там. И оказался... Итак, теперь мы заканчиваем. Извините, помещение проплачено до 6, вы можете продолжить свою дискуссию за пределами... Как они это сюда привезли, это никто не знает, это все фикция. Вот, мы требуем закрыть польскую часть мемориала, потому что... Почему польскую? Потому что здесь еще похоронены на самом деле наши раненые из госпиталя. Здесь был госпиталь. И кого они тут... Так, еще раз. А кого вы представляете? Мемориальный комплекс «Медный». Понятно. Это тот, кто начинал организовывать провокацию.
Понятно. Вот товарищ. На кого работаете? Вы понимаете, на чьей территории вы находитесь? Мы на своей нашей, на русской земле. Здесь мои предки. Так, успокойтесь. А где ваши предки? Это мероприятие, это организация. Вы предатели. Вы трупы своих дедов. Или убирайте. Продали полякам. Или убирайте. Истины вставили. Так, еще раз. Поляки, это организация. Вон с нашей земли. Вон с нашей земли. Министерство культуры. Что вы кричите на пожилого человека? Земли. Министерство культуры Российской Федерации. Не дадим ему орать на наших и дедов. И не надо на нас кричать. И не надо оскорблять ветеранов. Пришел на наш дед и нас оскорбляет. Где надо воевали? Где воевали? А ну-ка вон отсюда. Вы перед кем? Кто вандал? Вон отсюда. С нашими ветеранами разговаривать. Зачем мне трогать то, что нехорошо пахнет? Идите отсюда вон. А мы никуда не пойдем. Здесь наши деды лежат. Здесь лежат наши, поляки. Наши, акулы где? Да. Так, если вы прекратите орать на наших ветеранов, я вам готов... Это мемориальный комплекс «Медная». Ежегодно, 2 сентября, в присутствии важных политических персон Польши, здесь проходят траурные мероприятия. Посетители уверяют, в этом месте покоятся останки более 6 тысяч польских военнопленных, расстрелянных весной 1940 года. Вот эти несколько тысяч табличек с именами жертв. Среди них Людвиг Маловейский и Юзеф Кульговский. Согласно польским архивам, оба попали в плен Красной Армии осенью 1939 года, затем в Осташковский лагерь, а в 1940-м были расстреляны в Калинине и похоронены тут. 2011 год. Украинские и польские археологи ведут раскопки захоронений военного времени. Но не в районе Медного, а за тысячи километров от Тверской области. Украина. Территория городища Валы, близ Владимира-Волынского. Археологи уверены, массовое захоронение – дело рук нацистов. В могилах найдены гильзы от немецкого оружия. Жертвы убиты по методике Обер-Круппенфюрера СС Фридриха Эккельна. Перед казнью людей заставляли спускаться в могилы и ложиться лицом вниз, на уже лежавшие там трупы. После чего расстреливали выстрелом в затылок. ССовец Эккельн разработал этот способ убийств для немецких карательных отрядов, проводивших массовые расстрелы на оккупированных территориях. Тело закрыло лицо руками. При падении, если был убит и сбрасывали в яму, положение такое сам труп принять не мог. Значит, ну и так как версия, то, что они были убиты в яме. Все лежат в одну сторону. Мы предполагаем, что этот расстрел относится ко времени, когда немцы заняли Владимир-Волынский. Это медальон польской государственной полиции с номером 1441. По номеру можно идентифицировать его владельца. Под толщей земли поисковики находят жетоны польских полицейских времен Второй мировой войны с номерами 1099 и 1441. Медальоны принадлежали Юзефу Кульговскому и Людвигу Маловейскому. Не правда ли знакомые фамилии? Каждый год при раскопках на Украине находят все новые польские жетоны. Их владельцев, как и Маловейского и Кульговского, по привычке записывают в жертвы сталинских репрессий. Вот только фамилии убитых поляков тщательно скрываются. Скорее всего, они также окажутся в мифических списках мемориала в Медном, который является частью Катынской фальсификации. Василий поставили. Что касается Медного, та же самая ситуация. Кульговский и Маловейский – два живых конкретных трупа. Таблички лежат там, в этом прекрасном хвойном Медновском лесу. Пожалуйста, найдены они где? На Волыне, среди расстрелов, однозначно каких немецких. Нет, говорит Гурьянов. И начинает плести длинную историю о том, как же он мог оказаться здесь, а потом случайным образом перенесен по воздуху и оказаться там. Но вообще в результате делает выбор Гурьянов. Все равно расстреляли НКВДшники. Вот это к вопросу о том, что с этими людьми работать бесполезно. Может быть, я излишне обостряю ситуацию, но я считаю, что лица эти, а именно, а, поляки, и, б, наша, так сказать, закулиса геббельсовская, это лица недоговороспособные. Они не будут воспринимать никаких аргументов. Они будут выдвигать десятую...
офицеров. Полицейские Кулиговский и Маловейский, которые на самом деле были эксгумированы, идентифицированы далеко на Волыни, на Украине. Опять-таки опознаны по тем же самым жетонам. Соответствующим образом мы можем твердо утверждать, что как минимум две таблички из 600-300 почти, которые стоят в Медном, абсолютно точно фальсифицированы. Украина – территория городища Валы, близ Владимира Волынского. Украинские и польские археологи ведут раскопки захоронений предвоенного времени. Ученые делают вывод – расстрелянные здесь погибли от рук фашистов. Найдены гильзы от немецкого оружия и тела, уложенные методом Екельна, обергруппенфюрера СС. Но самая важная и сенсационная находка – останки с жетонами двух польских полицейских – Людвига Маловейского и Юзефа Кулиговского. Чьи тела здесь просто быть не могли. Таблички с их именами установлены в Медном, где сейчас мемориал и где похоронены – как считается, почти 6 тысяч поляков. В братской могиле нашли останки польского полицейского Юзефа Кулиговского. Медальон второго поляка Людвига Маловейского был обнаружен в частной коллекции. Эти находки могли стать рядовыми, если бы не одно «но». Поляки, согласно данным их медальонов, уже покоились в Медном. В Украине все захоронения были выполнены по методу Екельна, генерала полиции Третьего рейха, который разработал свою систему в 1941 году. Там же были найдены немецкие гильзы. Все эти обстоятельства позволили признать расстрел польских граждан на территории Украины делом рук нацистов. Гильзы от немецкого оружия обнаружили и под Медным. И это не единственный факт, говорящий в пользу фальсификации. Холодной войны. В 1992 году президент Российской Федерации Борис Ельцин вручил полякам документы известного закрытого дела номер один как доказательство вины советского режима в Катыни. Российские историки заявили, что это фальшивка, предназначенная для дискредитации Компартии и Сталина вообще. В 2011-2012 годах польские и украинские археологи вместе исследовали захоронения во Владимире-Волынском, что на Украине, в которых были обнаружены останки жертв нацистов. Более 96% найденных гильз немецкого производства, датированные 1941 годом, свидетельствовали о том, что расстрелы происходили здесь не ранее этого времени. Также были найдены жетоны польских полицейских Юзефа Кулиговского и Людвига Маловейского, имена которых читаем на табличках мемориала Медного. Об этой, мягко говоря, нестыковке мы спросили представителей польской делегации 2 сентября 2016 года. И вот какой... Меня зовут Кормушкин Максим Викторович. Я являюсь координатором национально-освободительного движения по Тверской области. Мое видеообращение связано с приближающимся 15-летием открытия так называемых мемориалов «Медное» в Тверской области и «Катынь».